Слушайте, ребята, вот не перестаю каждый раз радоваться, что езжу на Хайлаксе. Потому что вот такая вот погода застала прямо на границе. То есть я не выбираю уже, на чем ездить. Под лето машину беру, под зиму, под полный привод. У меня он всегда один. И вот врубил, и он как просто как ледокол фигачит. Всех обгоняем. И то болтает, да. Эть, видите, даже перестроиться не могу. А, на полном приводе прям отруливаю. Сейчас бы, конечно, легковухи не хотел бы. А в кузове диски. А впереди дом. Сейчас чуть олени еще не сбили. Так, ну что, как понять, что мы приехали? Просто посмотреть налево. Соскучился по московским пробкам. Да, давненько их не было. Блин, приехали в самое, вот, в самое жопное время. Ну ладно, самое главное, мы почти дома. Это, Вася, оригинальные диски от Супры. Все, мы на месте. Мы приехали. Техника наша на месте. Сохнут на... Прекрасная сушка для ремней. Вообще идеальная. Все. Сейчас разгружаемся и едем спать. Вадик! Снимай сторис.